начальник оперативно-диспетчерской службы МЧС города Горлов и Калугин Константин Владимирович. Сегодня на территории города, а именно на автодроме, проводится соревнование среди пожарно-спасательных подразделений города «Скоростное маневрирование». В данном виде соревнований принимает участие 6 подразделений, по два экипажа от каждой части. Соревнования проводятся для того, чтобы определить лучший экипаж. По окончанию соревнований будет произведено награждение, вручены почетные призы. Каким критериям оцениваются экипажи? Мастерство